Аллея Ленина в поселке Силикатном преобразилась за 2 года. Общественное пространство украсили и сделали современным по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2020-м установили светильники и выложили тротуар плиткой. Урны, ограждения и опрятные скамейки дополнили композицию. Не забыли и о ландшафтном дизайне. На аллее появился газон и декоративные растения, а в центре установили инсталляцию из металлических шаров в цветах российского флага. В этом году высадили саженцы яблонь, барбариса, можжевельника и других растений. Местные жители переменам рады, но есть и негативные моменты. В последнее время участились случаи вандализма. Вот посмотрите, вот лавочка уже сломана, но мы здесь в этом плане сейчас устанавливаем видеонаблюдение. Я думаю, это будет дисциплинировать наше население. Будем, как говорится, смотреть, кто этим занимается. Но это есть, как и везде. Видеонаблюдение необходимо, потому что жители очень дорожат новым арт-объектом. Под раскидистым дубом, подобным дереву, из поэмы Руслана Людмилы поселился кот ученый. Кованая фигура сказочного персонажа делает аллею особенной, не похожей на остальные скверы и парки. Планируем здесь проводить вот пушкинские вечера. Планируем здесь, чтобы ученики проводили вот чтение. Вот. А в этом году закончим мы эту территорию. Творческие активисты поселка уже сочиняют легенду про сказочного кота, чтобы привлечь туристов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.